Муза рукоделия. Сегодня специально для кукольной музы я покажу вам, как сделать торт на Хэллоуин. Для этого нам понадобится обычная мочалочка для посуды. Мы кладем на нее крышечку по размеру и обводим круг. Сейчас нам нужно вырезать его. Вот я уже нарвала бумаги. Теперь мы наливаем сюда водички, клея немного. И начинаем это все перемешивать. Я перемешиваю кисточкой, другой стороной кисточки. Вот такой у меня получился крем. Сейчас мы добавим в него немного гуаши оранжевого цвета. И снова перемешаем. Вот такой получился крем оранжевого цвета. Отставляем его пока. Берем наш корж. Теперь мы должны его покрасить. Допустим, мы сделаем этот корж шоколадным. Для этого мы берем коричневую гуашь, берем кисточку и начинаем красить наш тортик. Вот я уже закончила, закрасила наш тортик. Теперь сверху будем наносить крем, который мы с вами приготовили. Я это буду делать вот такой ложечкой, лопаточкой. И с другой стороны. Наносим крем сверху на наш торт. Вот я уже полностью нанесла крем. Вот так выглядит теперь наш тортик. Теперь его оставляем до полного высыхания и продолжим дальше его готовить. Вот уже высох наш тортик. Он у меня сох 2 дня на подоконнике. Сейчас мы должны определиться, на сколько секторов мы разрежем наш торт. Я разрежу свой торт пополам и одну половину разрежу на сектора. Вы можете разрезать весь торт на сектора. Все зависит от вашего желания. Что мы делаем? Мы берем ножницы и сначала разрезаем наш торт пополам. Вот такая у нас вот начинка. Теперь я разрежу его еще на сектора. Один у нас тортик улетел. Так, вот они наши сектора. Вот такие у нас получились кусочки. Теперь мы будем рисовать начинку нашего тортика. Начинку будем рисовать с помощью обычной гуаши. Вот у меня красная, белая и коричневая гуашь. Сначала мы берем нашу основную половину и на ней будем рассчитывать нашу начинку. Допустим, мы сделаем один слой малиновую прослойку. Будто бы это у нас ягодное какое-то желе.
Второй слой мы сделаем белый, будто бы это суфле. Так. Вот такая у нас ягодная начинка. Так, вот, что у нас получилось. И один слой мы сделаем беленький. Сделаем нижний слой беленьким. Суфле. Теперь мы оформим низ коричневой краской под цвет нашего коржа. И вверх немного. Вот так выглядит разрезе наш торт. Сейчас мы таким образом оформим все остальные сектора. Располагать рисунок мы будем так же само, как и на основной заготовке. Вот так я беру наши заготовочки и продолжаю рисунок на следующий сектор. Вот такие у меня получились кусочки торта. Порционные. Вот я их все четыре закрасила. Так выглядит наша заготовочка. Сейчас мы с вами должны собрать торт на место. Собираем наш пазл. Вот я нарисовала такие рисуночки в стиле Хэллоуин на листочке обычном. Теперь мы складываем пополам и вырезаем наши заготовочки, чтобы было по две штучки. Вырезаем наши заготовочки. Вот я вырезала уже наших персонажей. Сейчас мы должны их между собой склеить, предварительно оставив небольшой кусочек зубочистки. Зубочистку мы просто отрезаем ножничками такой кусочек. Я буду это делать пальчиковым клеем. Вот такие у меня получились персонажи. Вот котик, например. Летучая мышь. Сейчас мы их раскрасим. Сзади мы будем просто черной краской красить, а спереди по самому рисунку разукрасим. Разукрашивать я буду гуашью черного цвета. Вот что у меня получилось. Вот такие вот красочные на Хэллоуин персонажи. Мы их оставляем немного, чтобы они у нас высохли. Наш собранный тортик. Сейчас мы будем делать внешний крем. Крем мы будем делать из ПВА и краски гуашь. У меня вот как раз в флакончике осталось немного клея. Сейчас я его закрашу краской в черный цвет. Я беру немного краски гуашь вместе с краской. Гуашь вместе с ПВА дает эффект акриловой краски объемной. Сейчас вот я туда опускаю и хорошенечко перемешиваю наш крем. Вот мой крем, так называемый, готов. Палочка нам больше не понадобится. Мы ее убираем. Одеваем на наш клей колпачок. И сейчас будем пробовать рисовать. Для начала выдавливаем весь. Так, все. Рисовать мы будем с вами здесь что-то наподобие паутины. Для начала мы делим наш торт на сектора. По тем секторам, которые мы с вами
уже разрезали. Так, еще одну. Так, там, где мы пропускаем, можно добавить. Теперь мы с вами сделаем один круг паутины. Где мы пропускаем, добавляем, ничего страшного. Так, и по краю. Так, вот такая у нас получилась паутина. Теперь мы добавим немножечко этой глазури черного цвета по бокам. Чтобы она у нас как настоящая шоколадная глазурь сливалась с нашего торта. Вот что у нас получилось. Сейчас мы аккуратненько раздвинем наши сектора из тортика, чтобы могла просохнуть и начинка внутри. Тихонечко их раздвигаем. Вот наш тортик полностью высох. И снаружи, и изнутри. Вот такие у нас получились дольки. Сейчас мы его украсим нашим декором, который мы с вами рисовали. С помощью вот таких ножничек остреньких я сделала дырочки в тех местах, в которых я предполагаю вставить наш декор. И теперь просто в эти дырочки мы берем его и вставляем. Черепок. Вот так смотрится тортик. Можно поменять местами, как вам угодно, как вам больше нравится. Так вот, наверное, даже будет поинтересней. Теперь нам нужно сделать для нашего тортика подставочку. Вот крышечка, по которой мы с вами обводили наш тортик в начале этого видео. Нам нужно найти крышечку, которая по объему чуть больше, чем наша крышечка. Вот такая. Я ее уже покрасила лаком, металликом. Сверху я покрыла боковую часть блестками, чтобы они блестели. И сюда ставим наш тортик. Вот такой у нас получился тортик. Куколки могут угощаться кусочками. Замечательно. Теперь нам нужно к тортику сделать тарелочки для раздачи. Для этого я возьму вот такой вот пищевой контейнер. Возьму вот такую крышечку от 5-литровой баклажки. И вот так вот вдавливая, я обозначаю на контейнере круги. Всего с контейнера получится 6 тарелочек. Вот мои круги, их хорошо видно. Теперь их нужно вырезать. Вырезаем наши кружочки. Берем один кружочек, который мы с вами вырезали из контейнера. Берем обычную крышечку от пластиковой бутылки. Обозначаем ровно серединку. Примеряем. И теперь начинаем вот эти краешки загибать на нашу крышку. Подгибаем края. Прилагаем усилия. Загибаем концы. Так, и в конце хорошенечко надавите на крышечку, обозначьте сам круг. Вот такая получилась тарелочка. Теперь мы примерим на нее наш тортик. Как раз по размеру, то, что нужно.
А теперь пойдем угощать нашим тортиком куколок. Вот такой у нас получился тортик. Куколки уже не дождутся, хотят его попробовать. Сейчас мы им на тарелочке положим по кусочку тортика. Вот мы Венере положим тортик с котиком, а Торочке положим вот самый большой кусок, положим Торе. Ой, а почему у меня без декора? Ставим Торочке декор. Вот так. Приятного аппетита! Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!